Международный фестиваль «На крыльях таланта» собрал сегодня в конгресс-холле множество талантливых детей. Последний день фестиваля посвящен танцам и хореографии. Участников сегодняшнего фестиваля – театр моды «Звездный» школы красоты Елены Лукмановой. В этот воскресный день девочки проснулись уже в 7 утра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. А улыбки где? Пять, шесть, семь, восемь. Я волнуюсь, потому что там очень много зрителей. Ну, потому что, может, плохо выступим, мы не знаем, пока жюри решит. Ну, я как много лет хожу, я уже привыкла к этому. Ну, я немножко побаиваюсь запутаться, как бы от счастья. Можно забыть. Репетировали очень много, но на сцене может такое чувство произойти, как забыл что-то. Сегодня два номера, это кукольный подиум. Мы показываем стайлинг-шоу. Как вы видите, у нас есть прически и специально подобранная костюм Мальвины. И самое уникальное, что сегодня будет, это коллекция Марии Даниэла, авторский показ Лены Карнауховой, нашей уроженки, выпускницы УГИСа. Это тоже уникальный выход в связи с тем, что никто не делал модельного флешмоба. На сцене одновременно будут 25 моделей, маленькие и взрослые, вместе для того, чтобы сказать нашему городу: мы тебя любим, мы тебя ценим, и будь наш город самый красивый. На самом деле фонд «Планета талантов» все это делает для того, чтобы дать понять детям и людям, как важно выращивать самобытную культуру, именно ту, в которой они живут. Вот наша такая глобальная цель. Мы делаем это с радостью, с большой. Находим отклик у детей. На этом фестивале очень много номеров от хореографического ансамбля «Башмачок». Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сколько номеров у вас? Мы подготовили к сегодняшнему конкурсу 8 номеров. Надеемся на победу. Наиболее отличившиеся участники фестиваля поедут на финал в конце марта в Санкт-Петербург. По словам директора фонда «Планета талантов», таких будет немало.